Сегодня у нас практический ролик. Рассмотрим типичную ситуацию. Открываете холодную воду на смесителе. Классный напор, шпарит все. Открываете горячую воду, напор слабенький. Ну, естественно, ситуация, когда у вас стоит газовая колонка. Естественно, напор слабый, что обычно мужчины наши думают. Все, забился теплообменник. А это весьма неприятно, это или вызывать, или разбирать самому, промывать, это такое дело малоприятное, длительное, кропотливое и небезопасное, кто не в теме. Так вот, ну, в моей ситуации, что меня смутило, значит, в двух других точках напор воды был более-менее нормальной горячей воды. Что это значит? Значит, колонка ни при чем. Что я начал делать? Ну, думал сначала, может, где кранбукса забита. Разобрал, все тут чистенько. Следующий этап. Думал рычагом переключения. Ну, что-то тут заело. Ну, не довключало горячую воду. Тоже разобрал, тоже нифига, все четко. Ну, благо, вот, несчастный мой старый смеситель, он уже и подтекал, и весь пошкрябанный был, ну, приняли решение заменить смеситель. Ну, думаю, чудес-то не бывает, в чем причина. Вот. И надо дать должное, что колонкой я пользуюсь правильно. Ну, то есть не перегреваю, включаю как положено. Снимаю смеситель. Ну, теперь уже не хочу показывать. Вот холодное, вот горячее. Вот с этого места была, ну, трубка торчит. И, естественно, черное шмотье, все забито было. Но самое главное, интересное. Ну, как бы не каждый день меняешь смесители. Вот холодная вода, а вот горячая. На горячей воде зачем-то стоит сеточка. Естественно, перед сеточкой все нафиг напрочь было забито. Вот поэтому причина, почему был слабый напор горячей воды. Ну, соответственно, замена нового смесителя. Напор стал нормальный, все стало отлично. Надеюсь, это вам было полезным и вы используете в жизни, в практике. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.